Друзья, всем привет, всем здравствуйте. Сегодня хочу поделиться с вами этим видео. Вот у меня новая клеточка из новой коллекции, можно так сказать. Таких я еще не делал такого плана. Это первое. Обратите внимание, как сделан фасад. Видите, у нее вот дверка. Так, подальше. Это вот дверочка. И там канарейка будет жить. Значит, клеточка, вот тут уголочки такие сделаны, стенки отдельно. Здесь дополнительная дверка для установить. Установить можно сюда гнездышко или купалочку. Сейчас покажу, как это устанавливается. Значит, чем и как укомплектована клетка. В комплект клеточки входят две жердочки обязательно, чтобы канарейка прыгала с жердочки на жердочку. Здесь третья жердочка не нужна. Канарейка вот так, образ жизни у нее прыгает. Затем здесь у этой клетки кормушка пенал, друзья. Это вишенка на тортике. Вот такая кормушечка под зерно. Вот раз, готово. Это поддончик выдвигаться будет на себя. То есть поддон выдвинули, подстилку сменили, там песочек, газета, у кого что, и вставили обратно. Затем купал эти поилочки. Вот обычно я ставил такие поилки, очень удобные. Легко эта штучка открывается, закрывается, легко. Но вот человек попросил, дай такую поилочку, чтобы она не выпадала. А я поилочки все индивидуально выбираю под клетку. В общем, смотрите, как здесь происходит. Вот я проверяю, смотрите, вот пальчиком аккуратно раз, и кормушечка, эта поилочка упала. Беру другую фирму. Это, видите, немножко другая фирма. Тоже небольшая, но хорошая поилка. Вставляю эту поилочку. Она прям защелкивается хорошо. Обратите внимание, вставляем в центре пруточка, потому что он здесь более подвижный. И опускаем вниз, где уже не по... вниз он неподвижный. Вот, пожалуйста, проверяем. Видите? Вот. Это держится очень крепко. Вот я уже прилагаю усилия, держится очень крепко, то есть нормально. А ну-ка еще раз. Ну, в общем, даже можно вот так проверить. Вот, видите, мы потянули, за она тянет клетку. То есть вы чуть подняли и благополучно вы достали ее, поменяли, помыли, снова вставили и опустили. Все, значит, у вас здесь подстилка. Высота борта, кстати, хочу сказать, высота борта 10 сантиметров. 10. Значит, смотрите, покормили, водичку поставили. Все, у вас птичка живет ваша, радует вас, поет песенки. Пришло время купаться птице. Допустим, вы открываете. Хотите эту дверцу открываете? Хотите боковую? Как вам будет удобно? Но две дверцы сразу не открывайте, потому что будет сквозняк, может продуть птичку. Поэтому или одну дверцу, или эту дверцу, или эту дверцу. Открыли. Я просто хочу показать, как универсальный подходит переходничок для ванночки, для купалочки. Вот вы его установили. Крепко он стал. Берем ванночку, вешаем одним движением руки. Все, птичка там купается, все хорошо. Если у вас здесь неудобно, берете и вешаете эту дверку, закрываете, чтобы сквознячка не было. И сюда вот так повесили. Видно хорошо. Сюда повесили, поставили. Птичка принимает ванны. Хотите, наливайте чистую воду. Хотите, наливайте отвар из ромашки, из полыни. Это полезно. В общем, друзья, вот такую клеточку сделал. Сейчас буду запаковывать, и почтой будет происходить доставка в Подмосковье. У кого остались вопросы, пишите, спрашивайте. У кого есть советы, пишите, советуйте. Какие-то, может, доработки, может, как-то можно улучшить или ухудшить. Все это рассмотрим. В общем, вот такая вот красота. Да, еще здесь, вот с этой стороны, можно будет подвесное гнездовое такое устройство с гнездом вешать. Ну, это человек берет просто для содержания молоди, киноров. Он будет использовать купалку, возможно, будет там вешать. Кстати, если здесь будет жить у вас молодое поколение киноряд, там, допустим, будете держать самочек, к примеру, 5 самочек, 6 самочек здесь, можно одновременно 2 ванночки повесить. Но кронштейн в наборе идет один.
у кого руки золотые, тот может такой же изготовить себе. Там очень просто делается. Только хорошую проволоку подбирайте, чтобы она держала все это дело. Все, друзья, до скорой встречи. Будут новости, буду обязательно показывать, все вам рассказывать. До свидания.